Во-первых, отъедем от входных ворот, вернее, от входного маячка. То есть, чтобы к нам не зашла какая-то курса, мы маленько откатимся в сторону и встанем куда-нибудь в разгон. Ну и просто подождем. Подождем. Тут есть красивый кипстар, вот на него в разгон мы и встанем. И будем смотреть то ближний подскан, то дальний подскан и просто ждать. Да, пока присутствуют читы. Вот, тут ничего не поделаешь. Вот, я знаете, что подумал? Может быть, упороться, короче, сделать однодневного чара. Ну, то есть, прям создать его, проплатить ему омегу, залить ему банками торакс и полетать. Просто нужно прикинуть, сколько это будет в банках. То есть, сколько банок я потрачу. Вот, и просто покататься. Ну, Атрон. Вот, кстати, Атрон в адекватном фите может доставить ряд проблем. То есть, если это адекватный парень, а судя по фиту, возможно, это адекватный парень, наверное. Ну, правда, он как-то медленно ко мне едет. Оникс Ортус на подскане, слэшер. То есть, вот всякие АБшные фрегаты, они прям смертельны для Торакса. Тут ничего не поделаешь. Так, у нас там бустеров много, давайте мы один заранее скушаем. Так, там Ортус, это типа бейт. Давайте мы первый поймаем саспект, чтобы файт был более-менее на наших условиях. Ой, там ганклит. Да, там ониксы и прочее дерьмище. Сейчас я надеюсь, что мы быстро успеем его отстрелить и будем отсюда сваливать. Хотя слэшер нас в итоге перехватит. Надо нули, наверное, зарядить. Сейчас посмотрим. Да, я от него отделался. Все, выезжаем, потому что там блобчик заходит с логистами. Плохо, что они в мою сторону МЖДшнутся в итоге. Ой, там жесть какая-то, конечно, заходит. Да, наверное, я запулю рейндж. Максимально запулю рейндж. Ну, парень очень сильно оттормаживается. Так, нули, эти можно пока что не стрелять. Это можно... А, у меня одна разрядка. Они сейчас ко мне МЖДшнутся через торг. Но я очень активно пулю рейндж. А, нет, они зачем-то бегут ко мне. Ну вот, то есть... А, слушайте, да, там нужно картинку, сори, я забываю, я больше не буду ее переключать. Да, ребят, там был слэшер, Атрон, вот, и, в общем, вот такая вот ребзя. То есть там гармуры, вот это вот, нагибаторы 3000. Вот, видите, у них там погоня, они там бегут ко мне, там ониксы, аспрей, нави. Любой ценой убить... кто мы? Так, гармур близко. Нет, давайте-ка мы отсюда уйдем. Давайте-ка мы отсюда уйдем, потому что вот эта вот фагатрия в лице гармуров всяких, ну их нахрен, кто, что это за люди такие вообще, ну-ка, пандемик, хорда, ничего себе. Сори, я там режим маленько не переключил, но ничего в принципе страшного. Единственное, что я в саспекте, поэтому они сейчас могут, как умные люди, упасть на гейт, но мы что-нибудь придумаем, наверное, не факт, но попробуем что-нибудь придумать. Надо было все-таки объект выбрать получше, но тут, как говорится, не всегда есть время выбрать. Мы сюда сваливаем. Можно модули на починку поставить или не нужно? Наверное, нет, не нужно. Парни слоупочат. Модули на починку можно не ставить. Это просто реклама. Так, отлично. Отлично. Ну, как сказать, такой файт. Файт из разряда мы убиваем... типа скаута, типа цептера, типа таклера. Ну, понимаете, да? Кусок дерьма. Вот, в Т1 фите. Ну, ты просто, люди меня спрашивают, почему я не летаю к Pandemic Horde. Вот на вас андокуют вот такое вот говно, которое стоит 400 тысяч. Это говно вас таклит, а после этого к вам приезжают, не знаю, там, какие-нибудь, ну, вот то, что вы только что видели. Вот, так что я думаю, что все вполне себе очевидно. Вот, нам нужно переждать, пока эти парни уйдут. Давайте мы докнемся, не будем им глаз мозолить. Так, и, наверное, их нужно заминусовать, потому что, вероятнее всего, мы сегодня данный ганг встретим. Вот, и чтобы я как-то сразу на них реагировал, давайте мы их заминусуем. Чтобы в локале они сразу у нас отмечались. Так, ну что ж, можно подчиниться и, наверное, постоять на андоке.
Я ни на что не пересел, я летаю на большинстве кораблей в этой игре. Я ни на что конкретно не пересаживаюсь. Так, надо было, наверное, нулей приобрести.